Доброго времени суток, друзья. Подъехал автомобиль, который я продал буквально недавно. Это у нас Матиз. Прошло около месяца где-то. Вот он. И суть ролика в том, мы сейчас спросим человека, как бы человек первый раз сел после больших автомобилей на этот маленький, как бы сказать, автомобильчик, да? Просто вот какое первое впечатление? Привет всем. Ну, я уже как бы не новенький. Да, вот, да, да. Мы уже записывали ряд роликов. Денис, расскажи, вот как действительно так? Как оно на первый взгляд? Действительно оно маленькое, так кажется. Ну и как по городу вообще в целом? Ну, по городу могу сказать, как без мыла в любую щель. На фоне машинки. Вот. Так, я поначалу скептически к этой машине относился. Матиз маленькая, как бы, что мне рассказывали. Типа много. Стыдно, типа, да, такое, да? Да, да. Там или еду, если я буду обгонять фуру, то встречный ветер просто сдует. Ничего подобного. Юрка маленькая, неоднократно я уже ездил по трассе, как бы, летает. Ну, 100-110, да, это максимум. Ни хрена себе ты с ней удавишь. Ребятки, резиновая. Ребятки, секундочку, ко мне автомобильчик, да, наверное, подъезжает сейчас. Одну секунду. Так, ребяточки, возвращаемся к нашей теме. Да. Отпустили человека. Итог. Давай, скажи мне, как по городу реально? Вот я когда ездил, перебил, ну, пару секунд. Я когда ездил, ну, пару-тройку недель, да, грубо говоря, пока свою там делали, что. Ну, как-то все режут, все это. Даже на Ланоса и то, как бы, немножко как бы чувствуешься хоть чуть-чуть человеком. Здесь как бы, ну, вообще уважения нет на дороге абсолютно. Ну вот ты вот поездил месяц реально. Что не скажешь? Знаю. Подрезает больше всего, я заметил, это Ланосы и Жигуленки. А, и Ланосы тоже. Да, даже Ланос не считает, да? Кто это вот здесь? Нет, а все. БПУ еще подцепи вообще. Или каблучок еще, да, рядышком. И затонируй бункер, чтобы уже. Ну, как бы. Не, на самом деле, ну. Те, кто на нормальные машины, они не подрезают, они и Жигуленки не будут подрезать. А те, кто как бы в голове у них неизвестно что, то они будут подрезать у всех и вся. Вот. Ну, я, если честно, ощутил только подрезание, это Ланосы и Жигуленки. Все. Ну, а как? Все остальные как бы нормально все в это, включил поворотник, пропустили, аварийку включил, сказал спасибо, все. По трассе держит нормально, но только 100-110. Понятное дело, это маленькая машинка, тут не нужно делать там 150, там 160. Ну, это вопрос, глупо. Который давно хотел задать. Ты доволен? Я доволен. Покупкой этого. Я доволен, маленькая машинка мне, ведь как раз она, ну, честно, она мне понравилась. Вот. Сказать, парковаться что я... везде можно, кстати. Да, да, да. Я не ощутил в ней дискомфорта. Я поначалу думал, она там внутри будет как-то тесно. Кстати, внутри, ну, реально очень просторно. Да, за счет реально торпеды. Вот, сейчас открою. Вот так, слегка грязновато, мы как бы и не рассчитывали обзор. Ну, это не вот, обзор в целом. Я увидел машину, думаю, ё-моё, прошел месяц, давай посмотрим, спросим, как. За счет торпеда она получается и кажется большая. Ну, она, ну, внутри. В ней просторно. Высокая посадка, в принципе, это мне подходит. Изначально я помню, ты думал, что, боже, она маленькая, как, куда, боже, да, с кем, блин, да, как выехать там с семьей и так далее. С семьей нормально, оказалось, ребенка в школу вожу, ремни, ну, ремни задние есть, он сам пристегнулся, все, поехали. Она, как бы, комплектация у нее интересная, она по факту базовая, но с кондиционером. Да, вот что немаловажно, как бы, кстати. Да, кондиционер включал, вот если сейчас подумают зрители, о, включил кондиционер, все, с 0,8 она не едет. Да, она стала слабее, но она едет. Как я недавно ехал на такси, вот, до Матиза, по-моему, Рено, вот этот Логан 1-литровый, и таксист говорит, вот если я вверх поднимаюсь куда-то на кондиционере, я его отключаю, потому что подняться нереально. Тут я поднимался, у нас есть кроволипных-то.
Это ну да, там сейчас реально. Грушевского, да. То есть поднимается нормально, как бы. Ну да, я один. Не, немножко пал. Слабовато есть, там чувствуется чуть-чуть. Ну, но есть, в целом, наверное, движок нормальный. Да. Начнем с этого. Она резвая, да. То есть тут оригинальный пробег. Сколько? 100 тысяч. Сейчас 149. Не, она была 148, что-то вот. А, 100 тысяч это у меня была предыдущий Матиз был, получается. Вот. А это 150. То есть, ну. И я уже проехал около 1000 километров, может быть меньше. Ни масла не кушает, как бы, ну, нормальная машинка. Не, прикольная такая. Понятное дело, за эти деньги, честно, я бы на, ну, Ванос, не хочу Ваноса. Ну да. Это более необычная, веселая. Так, такая. Кстати, еще и живая. Вот, да. Низы дверей, арочки. Позитивная машинка. Реально прикольная точка. Да. Так что вот так вот. Поэтому... ездит человек, радуется. А мне чего-то не хватает. Я думаю, боже, всегда я туда-сюда прыгнул, поехал там в магазинчик быстренько, подкупил распределитель, а то все. Ну как за хлебом, понял? Да. Не, она реально, ну, она дарит позитив. Я не скажу, что ехать на ней там ущербство или что-то в этом роде. Движок 0,8 на бензине. По трассе я заметил где-то около литра, где-то 5 литров. Где-то так. Ну это по немного. Городу где-то 7, но моя манера езды постоянно, ну, хорошо. Агрессивная. А ну, как говорят, что? Да он жрет там 8-9. Вот это бред. Ну блин. Не, ну если да, движку уже жопа, скажу так, если выразиться так, то понятное дело, что он будет и 12 кушать. 7 литров реально она кушает, при том, что я постоянно именно на разгон. Да, сложно тут разогнаться. Масло не менял? Не, еще не менял. Ну тут еще. Я даже не доливал, потому что как на уровне я взял у тебя. Я тогда брал, человек 2000 назад как поменял. Я не думаю, что ты накатал. Да нет, ты что. 5000. Тысячу где-то и то. Я утром на работу, вечером с работы где-то 8. Ну, по городу, туда, короче, 8 обратно километров. Все. Так что вот так вот. Некрашенный Матизик. Реально, она резвая, вот. Как со мной на светофоре всегда же хотят там Матизы, Жигуленки, как бы ж показать, что они что круче, чем Матиз. Ну, мне это, да, в принципе, все равно. У меня и так езда резкая. Я, ну, в принципе, Ваносов делаю. Может быть, это были не 1.6, может быть, там, ну, по крайней мере, я себя не чувствую в дорожном потоке каким-то ущербным в плане. Так что вот так вот, друзья. Да. Нормальная машинка, как это сказать, поджопник. Да, да. То есть приятный, веселый поджопник. У него даже и морда, вот если посмотреть на бампер, она улыбается. И, кстати, очень много мужчин я заметил в дорожном потоке. Очень много мужчин ездят на Матизе. Кстати, да, я тоже наблюдал часто. Так что, друзья, ну, от хозяина реально услышали информацию еще раз на сегодняшний день. Повторюсь, я перебью, прошу прощения. Да. Между прочим, смотри, ну, подведя итоги, кушает она где-то по городу литров 7, по трассе литров 5. По трассе идет 100-110 легко при 0,8. Да, я кондиционер не включал, не проверял. По трассе не включал кондиционер. 5 литров, 100-110 километров и идет четко. Салон, вот было прохладно недавно, я включал печку. Печка, кстати, нормально нагревает. Да, то есть, ну, в Ланосах не у каждого Ланоса так греет печка, как здесь. Да, и это, да, правда, это, да, реально, да, чистая правда. Запчасти, ну, тут как на Ланос, нету там разницы в плане ценовой. А это у нас доступно. Год, погоди, какой? Седьмой. Да. Кстати, вот эти года Матизов, что там 13-й, 12-й, тут мотались, ну, приезжали ко мне люди. Так, чтобы вы понимали, там не знаю, с чего металл вообще сейчас выливают. Да, ну реально уже рыжики вот так просто с ничего лезут, просто. То здесь такого нет. Ну это как и Ланосы, те, что старее Ланосы, они намного живее, нежели... 6-й, 7-й, 8-й, да, год, те, что гниют, реально. А люди ж смотрят на год и хотят, да я посвежее, она у меня получше. Да нет, лучше вот то, если, да, нормально. Если вам реально хочется позитива,
и что-то необычное в плане там, ну, ванас, это все банально. Возьмитесь Матис. Ну, да, понятное дело. Короче, если... ты не жалеешь, да? Да, да, я не жалею, да. Не, нормально, позитивно покататься. То есть для моего именно случая в данный период это достойный аппарат. Я когда даже первый брал Матис, ну я брал с расчета поднаварить, будем так говорить. Но это был первый опыт. Я думал, ну как я на нем буду ехать, блин. Реально, я беру. Аналогично. Я хожу перед покупкой, думаю, блин, как? Я даже не могу себя представить. Так же, как и ты не мог себя представить, как я на Матизе. Сейчас месяц прошел, ты охеревший, что ни хрена себе точка. Не, прикольно, ну она позитивная. Потом я поездил, продал машину. Ну что-то быстро продал, не успел поездить. Думаю, надо еще один взять. Взял вот этот, ну тут как бы без навара мы человеку продали, человек доволен. Вот такая вот информация для вас на всякий случай. Про автомобиль такой маленький, как в свое под время, названием Матис. Да, и в свое время буду продавать, так что если что. Когда? Да. Ну, пока не знаю. Пока она мне нравится. Вот в плане вот именно. Вот это зашла, да? Да, вот она реально зашла. У меня жена. И цвет, кстати, видела. Да, говорит, о, прикольно, такая. Я, наверное, буду учиться ездить. Хотя до этого у него не было желания учиться вожди. Вот так. Так что. Не, прикольный Матис. Да. Мне тоже зашел как-то. Реально не хватает его. Дарит эмоции. Да, 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 да. А то, что там подрезают, ну это ж как бы. Как сайдблоки скрипят. Прыг. Старый корч. Да. Потом посмотрят, дизлайк кинут же. Да. По-любому. Да стопудово, я думаю, кто их и бросает там. Да, да, да. Да и дизлайки могут поставить ненавистники Матизов и тому подобное. Ну, даже просто поставить из-за того, что мы никакой информации не принесли в ролике. Мы просто, как бы, я снял ролик, спросить человека, как он за месяц, ну, убил, не убил машину, да? Не, какое ощущение вот так. И на дороге, и вообще, привык, не привык. Ну, в целом, вот эти моменты. Обычная ж машинка. Я вижу, что довольный человек. Не, ну да, ну, я езжу в среднем 70 километров. Ну, это как бы, да, ну, для камеры 70 километров. По городу. Для камеры? Да. Для какой? Для этой или те, что висят? Нет, да, это для этой камеры, потому что, ну, как бы разные люди смотрят. Главное, ребята. То есть она резво, да. Главное, ездите с умом. Да. Не подрезаю, если даже подрезали. Включите аварийку. Извинитесь. Даже в городе ездить это одно. Даже надо знать, как стать просто. Да, да. Сейчас за парковки очень хорошо жарят. Ну, да. Ну как бы денежку сгребают на благоустрой Днепра. Да. Ну, Днепра. Ну, да, да, да. И не, ну согласись, в принципе, есть... Днепр преображается, да, если так посчитать. Потому что на мне много машин еще остались и приходят. Да. Да. А, я звоню, ты попросил мне квитацию, я не могу машину купить. Да, 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 да. Ну платят, слава богу, все нормально. Ну ничего с этим. Нет, тут, слава богу, я ни разу не нарушил. Ну что ты понимал, за штрафы. Штраф пришел из-за камеры. А, камера. Сняли, где-то. Камера запечатлила, что человек стоял. Вот, и потом пришло, как бы, вот это дело все. А-а-а. Прикинь. Никто квитанцию. Человек не знал об этом вообще. Это мне пришло домой. Короче, такая фишка, да, тоже. Так что аккуратно с парковками, да, сейчас, ну, смотрите. Лучше во двор заехать, отстали, вышли. Либо, ну, как? Машин в полтора раза больше в городе стало. Из-за этого припарковаться. И не летайте. Проблема. Да. И не летайте, как говорят, не обгони своего ангела-хранителя. Да? Уже начинаем получать. Да, зараз уж такие, блядь. А на Матизе, да? Не вытекайся. Так что. Короче, начали за. За здравие, закончили за парковки. Добренько, друзья. Да. Думаем, что развесели. Ну, в принципе, ролик такой позитивненький немножко под конец. Да, да. То есть мы на позитиве. Да. А шо, всем хорошего настроения, удачки. Не... Унывать поздно тем, да, у кого бирка на пальце ноги. А все остальное, да. Им уже поздно там радоваться, унывать. То есть, а уже на позитиве жить и все. Кому зашло, ставьте лайки. Да. Подписывайтесь, кто не подписан.
Ну, а мы для вас еще отснимем какой-то интересный сюжет, ролик и так далее. Всем пока. Дизлайки ставьте тоже, пофигу. Все равно будет больше ротироваться в Ютубе, правильно? Главное движение на канале. Да, да. Всем пока, друзья. Да, покеда. Фух, ебать.